Дорогие наши швеечки, сегодня мы с вами научимся шить мужские боксеры из трикотажа по выкройкам лекала шопа. После того, как вы отрезали каждую деталь лекала, необходимо продублировать на кулирке. Если вам неудобно так делать, то вы можете раскроить деталь, раскрыв ее полностью. Но если вы хотите более профессиональную обработку и закрытые швы, если вам неудобно работать с иголками, то используйте сметочную строчку. Теперь нам останется обработать нижние срезы и деталь под резинку. Ну что ж, мои дорогие швеечки, мужские боксеры готовы. Я очень надеюсь, что ваша вторая половинка обязательно оценит и увидит ваши старания и насколько вы мастерица на все руки.